Первый самый главный основной совет – не доверяйте регистрацию доменов случайным людям. Многие организации просто буквально попадают на том, что находят какого-то мальчика, который регистрирует домен, указывает свои данные и потом пропадает. На самом деле фактическим владельцем этого домена становится тот самый мальчик или небольшая компания, которую не могут потом найти годы. Люди остаются без доменов. Следующий совет – обязательно указывать честные, правдивые, натуральные, реальные данные. То есть есть примеры, когда люди указали несуществующее имя, фамилию или название компании. После этого они могут в легкую потерять домен, и у них возникнут проблемы с переоформлением. Также есть проблема, когда люди указывают ненастоящий адрес. Им отправляют письма, какие-то уведомления. Это может быть как электронный, как физический адрес. Люди их не получают, и через некоторое время они могут получить отключенный домен за неуплату или за нарушение тех правил, что данные неправильны. Это как бы основной совет.